Привет, друзья! И снова у нас с вами обзор книг. Совершила я покупку. Вот такая вот сумка от Лабиринта, магазин «Книжный лабиринт». Честно говоря, я думаю, что вы их уже видели в обзоре. Я тоже хотела поучаствовать в этой акции «Да и нет» от Лабиринта, но, к сожалению, не успела. Надо было заявку подавать еще до Нового года. Но зато я получила эту сумочку в подарок, и, в принципе, она мне очень нравится и пригодится. Это уже вторая сумка от магазина «Лабиринт», и я ими активно пользуюсь. Сегодня небольшой обзор. Приобрела книги, ну, такие, которые у меня давно лежали в корзине, и, наконец-то, я их получила. Вот такая книжечка для сада. Пока ничего про каждую не могу сказать, просто я как бы искала что-то такое нужное и интересное, и чтобы без хлопот, но при этом все четко и ясно. Расскажу отдельно про нее, думаю, наверное, в отдельном видео все садовые книги покажу, какие у меня есть, и какие это, может быть, какой-то обзор по книгам. Также вот такую книжечку Елена Вернер, честно говоря, не знаю, что это за писатель, но слышала, что вот это вот «Грустничное варенье» очень неплохая книга. Взяла ее. Также у нас Солженицын, «Абрикосовое варенье». Это сборник рассказов. У меня дядя, он большой поклонник Солженицына, но вот такого у нас, по-моему, нет этой книги. Если я не ошибаюсь, по-моему, нету. Вот, поэтому я взяла. Вообще, я небольшой поклонник Солженицына, но просто что-то вот потянула на его рассказы. Так, потом взяла вот такую книжку. Она еще с прошлой покупки у меня в корзине лежала, но как-то я отложила ее на потом. На нее была скидка, и я ее взяла. Тоже почитаю, отдельно расскажу в отчетах. И две книги, которые я взяла по наитию такому ютубовскому, то есть их, на них были обзоры, и они мне понравились. И, кстати, благодаря этим двум книгам я получила сумку «Донец» в подарок. И, значит, первая книга вот такая «За радугой». Насколько я знаю, это книга о девочке-подростке, у которой какая-то очень серьезная болезнь, и о ее жизни, о ее борьбе, какой-то социальной борьбе. В общем, почитаю, тоже будет в отчетах. И вторая книга тоже по каким-то обзорам в Ютубе. Вот такая вот называется «Нерв» Джин Райан. Тоже не знаю, что это, но мне понравилось по описанию, по обложке. И, в принципе, насколько я знаю, по ней снят фильм. Фильм я не смотрела, но думаю, что будет интересно почитать. Вообще, я не люблю смотреть фильм, а потом читать книгу, потому что, как правило, когда посмотришь фильм, а потом прочитаешь, и книга уже не нравится. Так было с «Джейн Эйр». Вот. И, в общем-то, по цене это вышло все на 1000 с копейками. Вот такой небольшой обзорчик. Если вы что-то покупали из этих книг, и что-то у вас уже есть, или вы читали, или хотите почитать, пишите в комментариях, давайте этот вопрос обсудим. И подписывайтесь, если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новости. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!